сейчас я объявляю тебя, Анжела, уже не невестой, а законной женой Дмитрия. И тебя, Дима, объявляю законным мужем Анжелы. Сейчас в знак этого поприветствуйте друг друга святым целованием. Пожалуйста. Внимание! А сейчас возьмите ваши руки, хорошо? Я хочу вам представить, дорогие друзья, вот эти руки. А сейчас зажгите две свечи, не потушите, зажгите одну. Одна жизнь. Становитесь на свое место, еще вопрос.